У нас ревакцинация проводится в двух кабинетах. Это в первой и во второй поликлинике, в прививочном кабинете. Работают сейчас прививочные кабинеты с 8 утра до 8 вечера. Это с понедельника по пятницу. В субботу прививочные кабинеты также работают. В первой поликлинике с 9 утра до 14 часов, а во второй поликлинике с 8 утра до 14 часов. Если будет необходимость, мы увидим, что мы не справляемся, мы откроем еще один прививочный кабинет, также в Порт-Артуре, так же, как он у нас и был. Вакцины у нас достаточно. Первичная вакцинация также проводится двухкомпонентной вакциной. На ревакцинацию используется первый компонент спутника V.